Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», третью главу. Теперь более конкретный пример ношения масок. Книга «Исход», третья глава. Ну, пока вы открываете, я вам напомню предысторию того, о чем мы будем читать. Моисей пас совету своего тестя Иофора. И вот в один из таких дней, когда он ушел с овцами в горы, он увидел куст, горит и не сгорает. Он пошел к кусту, и из куста из этого к нему взывает Бог и говорит, 7 стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его от приставников его, знаю скорби его и иду избавить от руки египтян, вывести из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня, я вижу угнетение, каким угнетают египтяне». И смотрите, 10 стих. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей, вот к нему обращается Господь, да? Это серьезное ответственное дело, правда? Но Моисей боится туда идти. Почему он боится туда идти? Он там убил человека, его там посадят. Кроме того, 40 лет он там уже не был, что там произошло, он не знает. Вообще не хочется, ему так хорошо. Вообще не хочется. Ну нормально, он живет, пасет овец, у него жена, дети, все нормально. Вы думаете, он так и сказал Господу? Господь, ну не хочу. Я боюсь, я не хочу идти, меня все устраивает. Оставь меня в покое, в конце концов. Да, пошли там другого. Смотрите, какая была на нем маска. И Моисей говорит Богу, ну кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Какая это маска на нем одета? Проекция. Это они виноваты. Я к ним пойду. Я-то им все расскажу. Но они скажут, не, мы не знаем ничего. Может, даже здесь рационализация, да, рационализировать такое свое. Я бы, конечно, пошел, но они все равно не поймут. Тогда какой смысл идти? Да, то есть... Представляете, это наш патриарх. Бог снимает эту маску и говорит Моисею, я есть сущий и Иегова. Так скажи сынам Израиля, сущий послал меня к вам. Ну и дальше он здесь говорит Моисею, помогает вот разобраться с этим, что значит сущий и как это должно происходить. 4 глава, 1 стих. Вы думаете, это была последняя маска у Моисея? И отвечает Моисей и говорит, а вот не поверят они мне и не послушают голоса моего и скажут, а не являлся тебе никто. Какая маска? Ну да, можно сказать, что отрицание, да. Отрицание. И рационализация тоже. В общем, тоже все здесь, да, вот они как бы вместе. Смотрите, сколько на нем было масок, а? Да. Говорит ему Господь, что у тебя в руке? Ну и дает ему чудо. Жезл превращается в змея. Снимает эту маску. Являлся тебе Господь. И вот чудо тому свидетельством. 10 стих. Моисей говорит Господу, о Господи, да я человек неречистый. Я такого был и вчера, и третьего дня. И когда ты стал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, косноязычен. Какая маска? Ответили, знаете, еще одна. Еще одна маска. А что если это не маски, а, допустим, все-таки если поставить себя на место вот Моисея? Да, давайте дочитаем до конца, Николай. И Господь снимает эту маску и говорит, а кто дал уста человеку? Кто делает его немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Иди, я буду при устах твоих. Я научу тебя, что тебе говорить. И вот смотрите, 13 стих. Масок больше не осталось у Моисея. И Моисей говорит, Господи, ну пошли кого-нибудь другого. Что ты ко мне пристал? Понимаете, он это не говорит сразу. Вот мы о чем здесь говорим. Он прячет свое нежелание за какими-то другими масками. За доводами. Доводы. Он пытается найти какие-то доводы. А вот они мне не поверят. А вот как тебя зовут? А вот я косноязычен. А вот мне сказать нечего. А вот вообще кто ты такой? И вот как только Бог ему снимает с него вот эти все доводы, убирает их, вот эти все маски, за которыми прятался Моисей от истинной проблемы. И вот он проблема-то у него в чем? Он боится туда идти. Он боится туда идти. Вот его проблема. Мы хотим, чтобы вы правильно понимали маску. Понимаете, часто говорят, может быть, это не маска, а сущность человека. Мы сейчас не говорим там сущность, не сущность. Мы говорим о том, что... Человек прячет свою истину, какую-то проблему... За объяснение. Пытается ее объяснить. Отрицать, объяснить, проецировать на кого-нибудь другого. То есть вместо того, чтобы просто прямо сказать, да, я боюсь туда идти. Да, да, мы про это говорим. И мы очень часто себя вот именно так ведем. Вот мы что имеем в виду по словам маски. И вот смотрите, 14 стих.
И только после этого возгорелся гнев Господень на Моисея. Только после этого, когда масок уже не осталось. Ну что играть с маской? Что с ней разговаривать? С маской не разговаривайте. Никогда. Прекращайте игру, помогайте снять маску, и только после этого уже разговаривайте с человеком. Вот, вот твоя проблема. Вот давай о ней и говорите. Но он должен сам ее к ней дойти. Если вы будете сдирать и говорить, а, да я знаю, ты, у тебя проблема, ты вон сам очкарик. Ну, типа того, да, или там... Да, плохо видишь. Плохо видишь. Разрой там... глаза, открой уши, ты вообще не духовный. Понимаете, человек сам должен сказать, я, наверное, что-то недопонимаю, я, наверное, что-то недослышал. Что у меня в семье происходит? Наверное, что-то не понял. Почему это так? Ну, он сам это должен сказать, понимаете? Если человек говорит, да у меня жена такая, вот она сама во всем виновата. Это проекция. Это проекция. Да мы пытались, но вот смотрите, у нас такие обстоятельства. Рационализация. Да, обстоятельства. А кто выше обстоятельств? Или ты ниже их? Мы все в обстоятельствах живем. Что никому а вот скажите, а с вашей точки зрения, вот допустим, когда Бог послал Гедеона, у него были маски, или же это он просто хотел утвердиться, что действительно это от Бога? Ну, нам все-таки кажется, что он хотел утвердить. Ты имеешь в виду, когда он эту шерсть? Шерсть, да, да, да. Но нет, сначала, когда он, ему ангел явился, Гедеон сказал, он начал приводить тоже доводы, да? Но там доводы, он говорит, я из племени там незнатного, да? Я и человек сам не богатый, незнатный. То есть, и вот здесь вот он маску одевает. Ну, там надо анализировать весь, всю жизнь Гедеона, понимаете? То есть, если это просто так, то врать в конце, то я, честно говоря, не помню. Просто здесь про Моисея. В принципе, вполне возможно, что это были и маски, потому что, ну, представляешь, ну, ты представь, ты живешь в среде верующих людей, ты прекрасно понимаешь, что значит Слово Божье. И к тебе является ангел и говорит, так, Николай, я посланник от Бога, и Бог, вот тебе чудо, что это действительно Его слова. Ты должен сделать то-то, то-то и то-то. Точно от Бога. А ты уверен? Да. Дай-ка я тебя пощупаю. Ну, в принципе, это свойственно, да? Вот, то есть, если это действительно любопытно, ну, как, хочу утвердиться, то есть каждую ситуацию надо прощупать. Потому что вот с Моисеем она явно прям видно, страх. Он потом сам в этом признается, страх. А во всех ситуациях нужно, конечно, вот смотреть. То есть я просто про Гедеона не помню. Я не помню эту ситуацию. Надо просто даже это интересно, знаете, вот если каждого вот изучать, вот героя, действительно, не смотреть это просто как библейские герои, а как люди. А мы все с масками. Вот я думаю, наверное, вы здесь все сидите и все что-то в себе обнаружили. Ну, я много раз, вот, ну, до сих пор я Авраама, ну, как сказать, я не пойму, да? Да. Когда первый раз он идет куда? В Египет, да? Да. Вот. И он говорит, Сара, ты скажешь, что ты моя сестра, да? Да. То есть потом проходит время, уже они как бы... уже у них порядочный. И наученный вроде. И наученный, да? Уже вроде. И опять он говорит, Сара, ты скажешь, что ты моя сестра. А что дальше? А с его сыном происходит? То же самое? То же самое. Да. Исаак тоже свою жену за сестру подавал? Ну ладно, у Исаака нет опыта, допустим. А у Авраама уже был опыт. Уже он это прошел. И опять... Представляете, сколько пришлось Богу вот работать с Авраамом, чтобы он достиг такой вот вершины. И момент, когда его уже проверял последний раз, он... Бытие, там 28 глава, да, он жертвоприношение сына. Хотя вы учтите, там ведь сын не как подросток его рисует, мальчишка малолет. Ему такое... было уже 30 с лишним лет. Ну кто как говорит? Но, в общем-то. Ну, если смотреть по Писанию, уже, там много ему. Много, даже уже не юноша, это уже маленький. Был взрослый, зрелый мужчина. К 30 годам. Конечно, да. Конечно. Вот. То есть вот эти вещи, нам, да, сейчас задаю еще такой вопрос, а можно ли вообще жить без масок? Вот вы знаете, вот психологи, например, сколько вот мы слышали лекции на эту тему вот в светских университетах, там вообще прям конкретно утверждается, даже есть тест специальный по маскам, вот, и там есть даже такой вот, как бы называется, критическая отметка, то есть в каждой маске должно быть не больше, вот если больше, это же отклонение, но вот в каждой маске обязательно должно быть. И наоборот, получилось так интересно, мы когда с Мишей вот этот тест давали, у нас получилось самое маленькое количество, вот, и, значит, компьютер у нас, по-моему, с тобой вообще там получилось что-то, ну, в общем, ну, ниже практически даже, по практически по нолям. Все вот, маски. И, значит, компьютер выдал, значит, какой же, что отсутствие личности, что-то такое вот. А вот, и ну, нам было так это интересно, и, значит, наша вот эта преподавательница, она говорит, ну, вы понимаете, так же вот не может быть. Может быть, вы неправильно отвечали на вопрос? Мы говорим, ну, вообще, знаете, у нас немножко другое. Ну, она, в принципе, знала, что мы верующие все, то есть мы никого не скрывали.
Она, ну как вот можно-то? Вы что, хотите сказать, что вот везде вот так вот? Вот вы никогда не... Вот вы сейчас не играете? Она говорит, вы вообще сейчас без масок? Я говорю, ну я не знаю, вам судите, вы специалист. Мы ваши студенты. Но мы говорим то, что у нас на сердце. Да. Тем более я этот тест не знаю. Конечно, в принципе, со временем ты уже начинаешь как-то прослеживать. Я уже знаю правильные ответы по всем тестам. Но тогда это было в самом начале, вот тогда как бы просто вот отвечали. Знаете, уже как бы... Ну, и у нее было, вы в масках, но очень хорошо. Ну, очень хорошо сконспирировали. Ну, нет, ну, кстати, в любом тесте есть вопрос на ложь. То есть врешь ты, когда отвечаешь, или ты отвечаешь действительно честно? То есть в каждом тест заложен вот этот вопрос. Ну, компьютер не выдал, что мы с тобой не прошли тест на ложь. То есть компьютер показал, что мы отвечали честно. То есть мы тест на ложь как бы вот выдержали вот в этом тесте. То есть он достаточно серьезный, там был тест больше там 300 вопросов. Мы немножко его модифицировали, мы сделали, у нас 50 вопросов, вот когда-то мы проводим, вообще интересный очень тест, вот когда-то мы будем делать, есть потом учительство, у нас будет курс, мы все эти тесты, конечно, мы хотим, чтобы и люди прошли их, потому что нам самим надо как бы знать диагноз, прежде чем мы пойдем на душ попечить. И когда вам будем давать эти тесты, чтобы вы работали с людьми, чтобы вы сначала себя оценили, а потом уже этими тестами с людьми работали. Вообще это интересные очень такие тесты, вот. Но нам была интересная реакция от нашей, конечно, учительницы. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Ну и вот выводы там, так вот они быстро, просто давайте мы сейчас... Что путь к отчуждению в театре масок эгоизма проходит таких 5 фаз. Романтическая – это до и сразу после свадьбы, то есть еще чувства переполняют. Мы еще не знаем как, знаем свою цель, быть счастливыми. Но как мы это достигнем, мы не знаем, потому что только еще все начинается. Дальше вторая фаза, фаза переходная, то есть уже возникают какие-то проблемы. Такое раннее супружество. То есть мы уже начинаем замечать какие-то недостатки. Но что-то чувств еще много. Да. Чувств еще переполняет. Ну ладно, это все уляжется. Да. Девиз этой фазы можно назвать так. Надеюсь, что это безобразие долго не продлится. И она опять будет нежная такая, ласковая лапочка. И он будет нежным, пушистым, у нас все будет прям чики-чики. Да? Следующая стадия – реальность. Вот это очень такая серьезная фаза, и на ней очень многие застревают. И совершенно не понимают, как они вообще оказываются сразу на пятой фазе. Потому что слишком долго начинают вариться вот в третьей фазе, в реальности. Когда мы уже начинаем понимать, что мы разные люди, у нас разные друзья, у нас разные какие-то взгляды. Мама его лезет. Так, маму не трогай. Теща, да, а маму не трогай. Откуда-то дети появляются, надо ими заниматься. Что это такое? А он вообще не понимает ничего воспитания детей, вообще ужасно. Нет, я все понимаю, но вот рыбалка важнее, потому что мне надо с друзьями отдохнуть. Вот, вот, ты-то вот не работаешь, дома сидишь. Вот. То есть вот фаза реальности, да? И мы начинаем здесь, вот в чем она опасна, мы начинаем друг друга переделывать. Почему? Потому что я-то в порядке. Я каким был, таким и остался. Это с ней что-то произошло. Это я в норме. Вот я в норме, а вот его надо лечить. И мы начинаем друг друга переделывать. Но важно помнить, что мы друг друга переделать не можем. Это Божья задача. Бог людей переделывает. Мы можем помочь человеку увидеть, что в нем не так, чтобы он сам захотел исправиться. Захотел. Однажды один пастор нам после семинара написал такую вещь. «Спасибо вам, вы открыли мне глаза. Это же надо. Я 30 лет переделывал свою жену. Пытался переделать свою жену. Идиот. Это же надо, каким я был идиотом. 30 лет переделывать Божье творение. Кстати, 30 лет эта семья была на фазе реальности. Но это хорошо, они дальше не падали. Не скатились. То есть они настолько работали над своими отношениями, что они как бы смогли остаться на этой фазе, не скатываясь дальше. И это вообще их достижение. Но проблема была в том, что они-то только через 30 лет стали полностью, будем так говорить, одной плотью. И у них стала романтика, но в другом же качестве. Ну и дальше четвертая фаза. Если не работать на фазе реальности... То есть на каждом из этих переходов от одной к другой фазе, на любой фазе можно остановиться и начать работать над отношениями. И все исправить. На любой фазе. И вернуть и романтику, и глубину чувств, и отношений. Но если этого не делать, попадаешь в фазу отдаления. Вот там уже появляются эти все внебрачные интересы. Вот тут одеваются во всей своей полноте все маски.
да, чтобы хоть как-то делать вид, но мы уже совершенно отдаленные друг от друга, чужие друг друга люди. Если нам позволяется, как-то идет соприкосновение какое-то. Еще хоть что-то пытаемся сделать. Да, тут уже все. Тут отдаляемся. Полное отдаление, тут уже постоянно ношение масок идет. И если здесь ничего не делать, то попадаешь в фазу разлуки, которая бывает либо физической, развод. Понимаешь, что лучше не будет ни тебе, ни мне, ни детям, никому от этого не лучше. Потому что все эти проблемы мы понесем дальше. Мы же не научились их решать. А эти проблемы останутся с нами. И повторятся. Но уже настолько все это надоело, что кажется, развод – единственное решение. Да, либо бывает эмоциональная разлука, то есть два человека просто становятся чужими друг для друга. Вот, то есть как вот разлука бывает двух видов. И когда вот нам задают вопрос… Однажды на телевидении нас спросили, вот вы семейные психологи, но неужели не бывает такой ситуации, чтобы вот, ну, пришла пара, вы видите, ну, развод – это единственное решение. Неужели у вас ни разу так не было, чтобы вот вы посоветовали кому-то развестись? Я так подумал и говорю, вы знаете, вот представьте, приходит больной к врачу и говорит, вы знаете, доктор, у меня вот такие-то вот симптомы, то-то болит, вот здесь вот, все плохо. Что мне делать? И врач посмотрел на него и говорит, вы знаете, а вот лучшее средство для вас – это умереть. Ничего болеть не будет, сразу все пройдет. Вот надо умереть. Понимаете, развод – это смерть семьи. Ну, вы можете представить доктора, который советует смерть? В любой ситуации можно найти выход. И уж если нашу семью Бог сохранил, даже не из обломков, а из пыли, мы три раза были не то что в реанимации, а нас уже на кладбище несли, наверное. Ну да, наша семья превратилась вообще в пыль. Трижды мы были на такой грани. Вот, и... Понимаете, что если... Просто мы сейчас говорим даже собственного опыта, из опыта уже многих-многих семей, что захотеть надо. И не просто захотеть, но и что-то делать, как мы говорим, не быть мельком с глазами. И тогда все становится, даже из пепла будет потрясающий сосуд сделан. И вот я просто достала, мне показалось, может быть, вот сейчас прочитать такую притчу. Чуть не сказала, с этой притчей все не закончу. Так. Однажды, ну я просто скажу, откуда это я зачитываю, сейчас выходит новая наша книга по ВИЧ-СПИДу, как консультировать, потому что сейчас вы знаете, что у нас вообще по России страшная вещь идет. Мы сейчас вышли на уровень Африки, Африка сейчас же вымирает все вообще жуткими темпами, и сейчас у нас каждый 20-й в нашей стране ВИЧ-инфицирован. От 15 до 30 лет, молодой человек. 20-й, представляете? Вот если собралось 20 молодых парней, один из них ВИЧ-инфицированный. Ну, он даже сам об этом может не знать. Знаете, откуда это выявляется? Потому что парни с 15 лет начинают проходить вот эти анализы в, там, в военкоматах. И обязательно сейчас берут на ВИЧ. У девочек статистика не выявлена. Я так подозреваю, что там даже может быть и больше. Причем они могут даже сами этого не знать, что они носители ВИЧ. Есть официальная статистика, а есть, которая нелегальная. А есть, которая нелегальная. То есть официально это вот то, что мы говорим, то, что идет в сети военкоматов. Нет, какие 5%. 5%, каждый 20-й, да. Вот, а в нашем Сабарском регионе она вышла вообще на первое место. Там каждый 15-й. Представляете, а в Тольятти, знаете такой город, да, Тольятти? Вот, там каждый 12-й. То есть это в среднем каждый 20-й. Но по регионам тут как бы вот... Я не знаю, что вот в Курском вот регионе, просто надо для интереса даже, может быть, если... Но у вас будет эта лекция, мы ее проведем обязательно. Да. Может, в четверг или в пятницу. Что нужно знать о СПИДе? Потому что это нужно знать каждому, потому что эти люди, сейчас их больше и больше будет в наших церквях. Они придут к вам с вопросом, что делать. Они будут приходить в церковь. Становится очень актуально. И нас вот международная организация, она просила написать методичку, вот она должна выйти где-то в ноябре. К сожалению, мы сейчас ее не привезли, вот она у нас только в таком вот напечатанном варианте. Вот. И методичку мы это составили как вопрос-ответ. Вопрос-ответ. И в каждой методичке поместили такую, ну, небольшую, может быть, притчу, которая поможет вот раскрыть какой-то момент. Вот одну из притч я хочу просто прочитать. Мне кажется, она подойдет к сегодняшней теме. Я читаю, все. Я женщина. Однажды Ванила Поток пришел среди многих на беседу с мудрецом. Тот отвечал на любые вопросы своих слушателей, и после беседы Ваня подошел к нему с двумя конвертами и сказал: «Вот в этом конверте лежит записка с самым важным для меня вопросом. Вы не могли бы написать ответ, положить в другой конверт и запечатать его?» Мудрец невозмутимо исполнил просьбу. Но когда Ванила Поток, поблагодарив, взял конверт и спрятал его в карман, учитель не выдержал и поинтересовался: «А когда ж ты думаешь прочесть ответ?» «А зачем мне его читать?» – сказал Ванила Поток. «Я хотел получить ответ на самый важный вопрос и получил его. Больше мне ничего не надо».
Очень часто мы так, как страус, прячем голову, да? Знаем ответ. Знаем ответ, но не живем поистине. Не надо одевать на себя никаких масок. Если чего-то не знаешь, так скажи. Не знаю. Да? Чего-то недопонимаешь, так скажи. Недопонимаю. Обратиться к кому-то за советом. Обратись за советом, да, к более компетентному, может быть, товарищу, может быть, еще что-то. Но это сказать труднее. Особенно, если люди держатся за собственный авторитет. Да? То есть в данном случае, знаете, вот мы недавно поймались на мысли, что нам жалко людей, которые не могут быть сами собой. Вообще-то, понимаете, пожалеть вот нужно и помочь.